питомник растений Велис. Вот это данная красавица пихта. Красивое дерево, всегда она растет такой пирамидальной формы, пикообразной. Что самое уникальное, в отличие от ели, у нее ствол всегда ровный. Даже если когда его сломали или пошел он на излом, он выравнивается, такую красоту приобретает. У пихты хвоя всегда мягкая, никогда она не колется, у ели очень колючая. Плюс у пихты более насыщенный аромат и кора, она всегда гладкая. Если посмотреть на ту же ель, кора вот такая, шелушится, хвоя жесткая, колючая, а у пихты совсем все по-другому.